Машеньки, все. То есть, получается, никого в живых больше не осталось? Вот один остался. Вот он и все. Сопливый. Он не сопливый, ему воздух нужен. Я знаю. Он здесь, конечно, крепетирует. Перелом, фу, ну, крепитацию сейчас я повыше пощупаю. Выше вроде как в области цепки перелом. Ну, это цепка, да, называется, как это место? Да, которая область, да. Нет. Цепка, да? Выше вроде бы нормально. Да. А еще, конечно, вон, хрустит. Ну, вот под пальцами пощупайте. Как-то держивает лапку. Ваше мнение, собрать будет возможность? Ну, вообще с ним хорошо бы сделать. На сколько частей и что там вообще? Да, что там, да. Потому что без снимков на переломах это гадать. Ну, да. А выше, ну, выше нормально, да? Ну, вот я прощупываю, ну, сколько вот я по кости иду по этой, по этому месту. Вот. Выше, выше. Я не чувствую, что она была. Глубина совсем. Москва, если девушка приедет, не попробует. Да, вот здесь сустав нормальный. Да, это только получается низ. Ну, это, грубо говоря, кисть. Ну вот, да, вот бедренная кость, она цела, вся цела. И наверху все цело. Значит, только вот в этой области. Масенький, все? Масенький, все.